Найти изящество, грациозность и плавность. Чтобы добиться такого результата, необходима долгая и кропотливая работа. Каждое движение оттачивается многократно, при этом работают все группы мышц. Что очень важно, ведь в ходе долгих репетиций формируется растущий организм. Правильная осанка – это то, что на протяжении всей жизни выделяет профессионального танцора. Именно поэтому сегодня мы отправились в детскую хореографическую школу имени Погодина. Ее воспитанники не знают, что такое заболевание позвоночника. Он правильно формируется и становится гибким. Развивая гибкость, и в 70 лет можно иметь молодой позвоночник. А ровная прямая спина, безупречная осанка – это его внешний признак. В первую очередь, что такое осанка? Это здоровый позвоночник и здоровье наших детей. К сожалению, многие родители недостаточно уделяют этой проблеме внимания. А я считаю, что эта проблема очень-очень важна. В нашей школе, естественно, уделяется этому большое внимание, потому что мы учим наших детей быть грациозными, красивыми, подтянутыми. Танцы – это движение, которое помогает ребенку и взрослому человеку быть красивым, стройным и гибким. Особенно про спину. С детства я мечтала заниматься хореографией, и я восхищалась тем, как танцуют балерины, как они грациозно исполняют разные движения, и я очень рада, что я занимаюсь в этой школе. Вдвойне стоит уделять внимание спине тем, у кого нет достаточной физической активности, ведь проблемы с позвоночником наблюдаются сегодня при осмотре у каждого третьего. Правое надплечье выше, чем левое надплечье. Асимметрия расположения лопат. При осмотре сбоку усилен грудной кифоз. Мы видим у детей 15-16 лет остеохондрозы, то есть изменения в позвоночнике, которые раньше были только у людей пожилого возраста. Сейчас мы это видим у подростков. То есть неправильно сформированные изгибы позвоночника, не говоря даже про сколиоз, а просто нарушение осанки, может в дальнейшем привести к нарушению функционирования внутренних органов, к нарушению функционирования, соответственно, позвоночника, ущемлению нерва, болевых ощущений, нарушение качества жизни. Когда ребеночек уже начинает ходить, необходимо дома не телевизор включать, гаджеты давать, там какие-то развивашки, необходимо с ребенком гулять. Минимум 3-4 часа в день ребенок должен находиться на свежем воздухе и не сидеть, а должен двигаться, бегать, прыгать. Не стоит опускать руки, если диагноз уже поставлен. Например, в Брестской санаторной школе-интернате разработана целая программа корректирующих мероприятий для детей со сколиотической деформацией позвоночника. Это лечебная физкультура, комплекс медицинских процедур, учеба с применением специальных парт, которые помогают менять положение тела, а также занятия на тренажерах. Одно из занятий по физической реабилитации в течение недели в нашей школе проходит в тренажерном зале. Здесь мы занимаемся по системе круговой тренировки. Каждый учащийся выполняет упражнения на определенном тренажере, на какой-то станции. Станции и тренажеры направлены на развитие силовой выносливости мышц туловища, на укрепление тех мышечных групп, которые необходимы для детей со сколиозом. Плавание – один из самых эффективных методов лечения сколиотической деформации. Для достижения положительного эффекта важна регулярность занятий. Вообще заниматься нужно каждый день. У кого деформация позвоночника, это обязательное упражнение каждый день. Вот. А на воде вообще расслабляешься, позвоночник растягивается, и поэтому эффект от упражнений именно на воде очень большой. Во-первых, мы их учим плавать, правильно учим плавать. Основной стиль плавания – это брас. И также мы даем коррекционное плавание. То есть у каждого ребенка есть упражнение, именно индивидуально подобранное под него. Именно комплексный подход к проблеме, соблюдение всех рекомендаций и серьезный настрой на лечение дают хорошие результаты. Положительная динамика течения заболевания в санаторной школе достигается более чем в 90% случаев.